Всем привет, дорогие друзья, с вами Леон и Not Wife, и это очередной выпуск «Девушка играет». И по многочисленным просьбам мы решили выбрать Outlast. И, в принципе, ты чё меня пародируешь? В общем, давай, нажимай «Новая игра», «Whistleblower». Нет, не то, я же сказал «Whistleblower». Ты не читаешь, что ли? Так, давай, нормальная. Да нет, какой псих. Да, Катя, нет. Режим псих — это предельный опыт, сравниваем с сердечным приступом. А это как раз нет. Нет, да это не. Да тут это не для тебя, Катя! Боже! Псих — это не для тебя. Не для меня. Да потому что. Подожди. Предельно отражает. Вообще, я больше боюсь играть в такие игры, чем она. Она вообще не боится, так что зря вы писали эту игру. Я думаю, следующая игра будет Outlast. Ой, Outlast, Octodad. И давайте наберем 1500 лайков, как обычно. Ставьте сразу лайки. До следующей серии. Почему один в противогазе, другой нет? Опа. Подожди, параметры. Дай-ка. Нужно включить субтитры, если они тут вообще есть, чтобы мы понимали, что вообще происходит. О. Почему я не могу ударить? Потому что ты привязана, потому что ты псих. Ты психитрий. Ну что, он меня облизывает? Жесть. Эндрю. Я, кстати, не играл в эту часть. Shit, come on. Это что, картинки покажут? Ну, с ума сходит, что ли? 2 часа назад. Всему виной наркотики. Ой. Мы не знакомы, но я ваш давний поклонник. Типичная переписка и нота гробовщика с фанатами. Консультацию программы, обеспеченной психиатрическими исследованиями мира. Так обычно происходит, когда мне пишут там: «Привет, он я твой левша. Поклонник». Левша? Пьет. Подожди, ты... Кофе, левая кружка? Ой-ой-ой, у него это... Тик. Нога есть. Так. Пишет, вот. Что творится что-то ужасное, я не верю, половину видео. Нажмите. Люди должны об этом. Типа зарабатывают. Опа. Подожди, он спалился. Давай, там видел, что ты видела security. Там. Ты уже играешь? Да. Ты приколюха, да? Давай. Да, ты играешь отлично просто. Давай направо, направо. They've paged for you 3 times already. There's something urgent at the engine. What are you doing in here anyway? I thought you were just a software. Тебе куда-то надо подойти, это, да? Но это не потолок, это они в пещере находятся просто. Ну, в смысле? Зачем ты на них прешь? Тебе надо идти направо. Не сюда, Кать. Нахер ты поставила псих? Тебе надо идти вот здесь зелененькое, тут все интуитивно. Куда? Почему вы не отвечали на вызов? Я скажу им, что вы идете. Левая кнопка мыши, чтобы открыть. Также левая кнопка мыши, чтобы закрыть. А удерживая левую кнопку мыши. Да тут нельзя бить. Тут персонаж, который не может бить. Тут персонаж, который может бегать и прятаться. Что, ни разу? Нет. На shift бегать, нет? Для тебя это слишком сложно. Так, подожди. Какого хера они вытащили глушки для своей камеры? Вызови ОС, смотрите, нам здесь нужен этот парк. Наконец-то, где же вы были? Функциональный интерфейс обжижения. Ничего не отвечает на ASL. У нас пациент, который 3 секунды в отключке, а мы ничего не видим внутри его головы. Я могу позвонить в камеру. Нет, мне нужна еще одна оценка функционирования. Мистер Парк все починит. Мы даже не успеем опомниться. Он, короче, программист, как я понял. Ты слишком долго это пытался понять.
Смотри, клавиатура без проводов. А, это тот хрен, который облизывал нас. Это он так подкатывает к нам. Типа, приди и почини мне компьютер, я тебе это... Ну так, да. Чё там направо? Посмотри на монитор. Подожди, мужика какого-то ведут. Ты хоть на него наводи. Помогите мне, помогите мне. Они собираются меня изнасиловать. Мои бубенцы. Hey, calm yourself. This is a high security. It's all right, agent. Mr. Park was just surprised. Что-то никакого хоррора. Где хоррор? Это как обычно, да? Кто к концу пушит? Monitoring is not active when we put them in the engine. 5 seconds. 4, 3. Что происходит? Ты запускаешь что ли там? О, это что за? Не. Или да. Эдди Глускин. Не, наоборот, это другой парень. У нас киды? Посмотри на киды. Ну все, иди. Что за игра, да? Приди, почини, уйди, какой-то симулятор программиста. О, ты бегать можешь, да, на shift. При этом ты можешь как открывать, так и закрывать двери. Так, ну давай, что ты еще тут умеешь? Да все, ты больше ничего не умеешь. Закрой дверь. Закрой за собой дверь. Запомни, это игра, в которой нужно закрывать двери всегда. Всегда. Все? Че стоишь? Иди назад. Ну, я подпираю, как бы. Ну, как бы это тебе... Это ты закрыла, и все, это тебе не поможет. Нет, это не симулятор уборщика. Иди куда-нибудь там, у тебя, может, комната есть. Опа. Охренеть, поймали. Это он... Да ты письмо отправил любовное там какое-то. Consulting contract 8208. Software engineer with a level 3 security clearance. Graduated cum laude from Berkeley, but still somehow not smart enough to realize that the last thing a fly ought to do in a spider's web is wiggle. Somehow dumb enough to think that a borrowed laptop, onion router, and firewall patch would be enough to fool the world's leading supplier of biometric security. Stupid, Mr. Park. Короче, зря ты письмо отправляла. Ничего не отправляла. Да, и что делать, что делать, что делают они? Did I just hear Mr. Whalen Park volunteer for the morphogenic engine program? Да сложно прочитать. The Murkoff Corporation and the Onward March of Science both appreciate your bravery and sacrifice. Короче, вот сейчас нам вколят наркоту, и потом он будет облизывать нас. Вот это да. А все потому, что один случайный имейл. Да, так что не отправляйте случайно. Как читается? Висли по-английски, как правильно? Человек, который... Как? Whistleblower. Вау. Ну-ка, ну. Что это за? Вот и все. Вся игра. Игра пройдена. Нет, подожди, она должна быть страшной. Какого хрена тут ничего такого? Ну все, мне пора домой. У меня сегодня курочка на ужин. Это кто, ты, да? О, какая-то хренотень. А помнишь, был какой-то фильм? Под... Кто же про свет связанный? Ой, параша. Беги! Да. Да тут ничего не видно. Ой, может, это моя? Отойди.
О, камера, бери камеру. Тут главная камера. Да? Да. Ты типа с камерой видишь в темноте. Ну, типа вот так вот. Да. Я много таких фильмов смотрела. Боже. Нет, не иди туда, спрячься. Да нет, почему же? Ну иди тогда куда-нибудь быстрее. Не тормози. Весело. А как убрать камеру? Кто тебе говорит вообще? Повернись на того, кто говорит. Ну, куда повернусь? Кто говорит? Вот. А как убрать камеру? Попробуй правую кнопку мыши. Или левую. Нажми. Ну попробуй, как камеру-то убрать? А как достать? Достань его. Давай, что ты... Все, иди. У тебя что-то открылось, нет? Ух ты. Путешествие. Привет. Подожди, он какой-то упырь. Как твои дела? Да, у него зашибись, только что пересадили пару волос. Он пришел из парикмахерской, теперь он хочет сесть на свой любимый стул и посмотреть телевизор. Можешь убрать камеру. Так. Дверь закрою, ладно. Да можешь не закрывать, иди прямо, просто иди прямо. Так, давай. Мы убедились уже на опыте. Подожди, они запинывают его, да? Не, они его просто режут. Опа, держите. Эй, пацаны, уходим. Закрой. Иди в сортир быстрее. Иди быстрее, иди быстрее, иди быстрее, потому что ты поставил дурацкий уровень сложности. Если ты... Я что, не зашла, что ли? Нет, если ты просрешь, то ты начнешь с самого начала. Все, блядь, сиди и ссы. Нет, что происходит-то? А может тебе дальше идти надо? Тут... Ладно, выходи. Это ты. Да ты, так ты играй нормально. Играй нормально, давай направо. Ну давай. Кто тут? Занято. Да никого тут нет. Выходи, короче. Вон, подожди, что-то лежит. Чирик. Ну подойди ближе. Чё ты, слышь, ты, у тебя... Подойди еще ближе. Да. Ну и чё ты не берёшь? О! Левая клавиша мыши, у тебя опять дезинформация. R менять батарей. Короче, выходите прямо. Да, это не возьмется. Чё ты в туалете-то тут? Чё это тень? Давай, иди. Иди направо, направо. Прямо иди. Ты давай без комментариев. Я буду с комментариями. Ты должна идти. Людям должно быть страшно. Да потому что ты играешь, тут ничего страшного, наверное. Ну, ох ты, срань господня. Кого-то разможило. И почему ты не смотришь на самый, на самый, черт возьми, экшен? Пропуск уперлась в стену и стоит. А какой экшен? Вон кишки, это экшен. Да нет, тут на нас кто-то пытался напасть. Давай, да на давай, давай, активнее, активнее, активнее. Давай, давай, быстрей. У тебя кончается время. Подожди, они что, дерутся что-то? Я не могу зайти. Ну, потому что... Очень жаль. Ну, тебе направо надо идти? Даже пыль нарисовали. Подожди. Пришел к нашему сеансу терапии? Да. О, возьми нож. Возьми нож. Где? Да вон, он дал тебе. Подходи, подходи. Давай, сделай то, что надо. Ну, подойди к ножу. Кто это такой вообще? Кстати, это больница для убийц. Сними его! Вот, вон тот красавчик, смотри, позирует. Вот, вот этот справа. Это программа розыгрыша. Да ведь? Это спрэнк, это спрэнк. Это нифига не прэнк. Давай иди вон направо, они тебе дали пройти. Да, давай иди. Можно, да? Ой. Как дела?
Это лучше, чем у тебя. Давай, давай нож. Да он не хочет. Как не хочет? Что предлагает? А, Катя, иди туда. Иди вот туда, пожалуйста. Просто иди. Зашибись, блядь. А, блядь, сука. Это, блядь, он телепорт. Нахуй, беги от него. Беги от него, shift, зажми. Псих поставим, блядь, псих поставим. И чё, теперь начинай с самого начала и иди до туда. Успокойся. Такой нервный вообще. Играет. Какой вы смотрите? Как? На букву П. А на букву П кто у нас есть? Прапорщики. Ну, в общем, дорогие друзья. Пропустить можно? Слушайте, мы, думаю, с ней дальше не пройдем. Так, ты очень скучный. Короче. Ладно, дорогие друзья, мы на этом...